Это... Вот. Улыбаешься? Какая? Мороженое. Мороженое. Опа, хотите мороженое? Мороженое. 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 Девочки, мороженое. Пойди поплавай, тут ты уперлась, это тайфун. Сейчас уровень закончу. Смотри, что я нашла. Куриный бокс исполняет желание. Мам, да не телефон, ты пишешь своей курицей. Ладно, не ори. Мы сегодня есть будем? Приедет Марго с Аней и пойдем в ресторан. И что, теперь все каникулы с этой Анькой нянчатся? А тебя, между прочим, пока не заставляет никто ничего делать. Бэ! Я просила тебя так не делать. Чё-то постарела твоя Марго. Что? Здравствуйте, Сонечка. Ань, ты вылезла? Здравствуйте, Марья Михайловна. А свекровь у тебя прямо ух. Это так. Не моя свекровь. Чемодан раз, два пакета два и моя сумка. Так, ребенка режимте прямо с первого класса. Это самое главное. Аня, поздоровайся, пожалуйста. Здравствуйте, Соня. Тут уже. И читайте сыну классиков. Это очень важно. И учите каждую неделю по новому стихотворению. Память очень хорошо развивает. Хорошего отдыха, Марина Михайловна. Обратно поедете. За полцены дамчу. Спасибо. До свидания. А вы знаете, что на этой улице находится музей? Дача Антона Павловича Чехова. Да, мы только приехали. Надо детей обязательно на экскурсию сводить. Да, 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 да. Подождите, подождите, а что насчет Марго? Марго не отпустили с работы, поэтому в путь снарядили меня. Ой, какой бардак. Ну, разве можно сдавать помещение, не убравшись с ним? Ну, ничего, если навести порядок, завтракать, обедать и ужинать можно и здесь. А где рынок? Я не знаю. Благодать. Роскошно и недорого. А где Даша? Аня, Ань, пойди найди Дашу, возьмите тряпки, ведра и помойте там пол. Хорошо. Сонечка, а вы здесь подметите, пожалуйста. Даша! А Марго что, не приедет? Ну, не переживайте вы так. Мы с вами прекрасно проведем время. Домашняя еда, шарады по вечерам. Вы простите, но мне надо работать. Даша! Да. Вот что, тоже купалась? У меня каникулы. У меня тоже. Тебе отдыхать пока нечего. В жизнь Мэри он ворвался как Storm in the desert, как шторм в пустыне. Откуда в пустыне шторм? Как буря в пустыне. Нет, это что-то военное. И ворвался он, и ворвался. Анечка! Блин, как же он ворвался? Помой как следует руки. Даша, ты тоже руки помой. И давайте накрывать на стол. Ворвался он в ее жизнь, как пустынный шторм. Сделал дело, гуляй смело. Thank you.
жильцы. А вы кто? Ну, мы жильцы. Как это? Так это. Мам, можно яблоко? Нельзя, нашел время. А там написано, можно. Ну, это что здесь происходит? Гражданка утверждает, что она сняла этот дом. Да, я сняла дом. Деньги маклеру заплатила. Мне кажется, вы что-то перепутали. Нет, это вы что-то перепутали. У нас улица Чехова, дом 20, ключ под коврик. Да, да. Улица Чехова, дом 20, ключ под ступенькой. Бабушка, это кто? Никто. Это никто, солнышко. Как это никто? Это как это никто? Тебе можно, а мне нельзя. Да, мне можно, тебе нельзя. Лучше с тетенькой поздоровайся. Здравствуйте, тетя. Здравствуй, мальчик. А виноград можно? Нельзя. Пусть мальчик поест. Ешь на здоровье. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вашего маклера как зовут? Константин. Нашего тоже, Константин. Одинаковый номер. Надо в полицию заявлять. Мы отсюда никуда не пойдем. Кушай, кушай, сынок. Никто никуда не пойдет. Первый час ночи, а дети не спят. Вы можете переночевать, конечно. Не на улицу же вам идти среди ночи. Мальчик, ты в какой класс перешел? В шестой. Вот и хорошо. Значит, по внеклассному чтению барышня-крестьянка. Бери чемодан. Ну вот, проходите в эту комнату, пожалуйста. Сюда? Спасибо. Даша, Даш, дочь. Мам, ну ты издеваешься. Каникулы, дай поспать. Я тебя предупредить хочу. Чтоб ты дома, голая, не шаталась. В доме посторонние люди. Встанешь, причешись и умойся. Я сама разберусь, что делать. Какие люди? Женщина и мальчик. Какой мальчик? Толстый. Спи. А вон в том доме Антонина Чехов убил Тузенбаха. Да вы что? Правда, я никогда бы не подумала. Чехов наше все и убийца. Чего себе? Вообще-то, наше все Пушкин. А Тузенбах это персонаж из трех сестер. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А у вас, деточка, какое образование? У меня? Так, какие наши действия? Маклеру все утро звоню, недоступен. Я сходила на рынок за свежими продуктами. Нагрел нас Костик. Один домик сдал два раза и во, абонент не абонент. Так что, собственно, здесь происходит? Я вас спрашиваю, барышня. А вы позвольте вас спросить, кто? Я? Ирина, съемщик этого дома на следующие 2 недели. Приехали. Вот именно, что приехали. Милости прошу к нашему шалашу. Друзья Константина – наши друзья. Да. Гостиница? Забронируйте сегодняшнего дня номер. Витя! Вот зараза, опять кусочничал! Да.
номер на двоих с ребенком. Что? Вы там что, издеваетесь, что ли? Привет, я Даша. Нет, подождите, вы серьезно? Здесь Wi-Fi какой? Здесь Wi-Fi вообще нет. У них слет рыжих. Какой слет? Простите. Международный слет рыжих. Господи, помилуй. Так, я на пляж пойду. У тебя игра есть? Да. Витя! Надевай платки! Издевательство, ну везде рыжие. Так вот рассчитываешь на дом, а приезжаешь в общежитие. Вы знаете, а мы все рассчитывали на дом у моря. А получилось вот либо так, либо никак. Шикарно. Предлагаю всем пойти на море. С пляжем-то нам повезло. Мама, можно с ними? Пойдем, пойдем, пойдем. Я педагог с многолетним стажем. Не волнуйтесь, деточка. Ну, иди. А вы что не идете? А мне надо работать. Ого! Сумасшедшая бизнес-вумен или просто шеф-скотина? Просто я переводчик. Художественная литература. Переводчица? Я беру на тобой шефство. А куда можно вещи? Пойдемте. Угу. Вы же на пляж не идете? Нет. Я с вами Витю оставлю, а то у меня живот от сухомятки крутится. Спасибо огромное, вы очень добры. Реально, общежитие. Ань, стой. Пойдемте. Витя! Здрасте. Это у кого у нас тут живот болит? Я таблетки искала, чтобы живот не болел. Стоять. А есть вода? Нож подам. Так, давай, лапу держи. На. Мне... Что ты мямлишь? Давай, быстренько. Давай. Оп. Молодец. Свободен. А мы с тобой пока отметим наше знакомство. Госпожа переводчица. А лед есть? Белое вино обязательно нужно пить со льдом. Вы извините, но мне надо работать. Ну что, я тут буду одна пить, как? Как хотите, так и пейте. Поможешь мне? Нам тут с тобой 2 недели в этом доме ютиться. Просто хотела наладить с тобой контакт. Вить, ты не видишь, тут взрослые тети разговаривают? Тетя! Витечка, пойди, побегай по травке. Тетя! Витя! Витя! Аллергия. Ты что? У тебя на что аллергия? На ложку. Так что ж ты, мать твою, жрал ты ее, а? Где больница, знаешь? Нет. Пойдем. Ты со мной? Да, а маме сказать? Некогда маме говорить. Витек, ты в порядке? Витя, ты живой? Вот лежак. Вот он на память. Прошу. Просто надо почаще. Боря! Искупалась. Что, 3G ловит? Да у меня тут даже сеть не ловит. Так, если вы не хотите купаться, будем играть. Будем играть в ручеёк. Чего? Кто знает правила этой игры? С ней лучше не спорить, не переспоришь. Пошли. Молодец. Все встаем парами, беремся за руки. Быстренько, быстренько, быстренько. Дети, дети, все сюда. Мужчины, что вы сидите? Давайте тоже играть с вашей барышней в ручеёк. Боря, дети спинку помажут, обгоришь. Так, побежали. Давайте, давайте, давайте. Следующая пара побежала. Личико помазать? Угу. Опять побежали, побежали. Так, так, так. Опять дяденька. Простите, а больница где? Вон там. Ага. Витя, тихо, тихо, Витя.
Доктор! К доктору Басманову без записи нельзя. Ну, не можно. Так, в чем дело? Доктор, у нас отек клинки, реакция на ножку. Капельницу быстро. Да, но без записи. Мальчика, срочно в процедурную. Срочно! Я не хочу, как? Не голову оторву. Хочу, нет! 5 кубиков преднизолона, внутримышечно. Ложись на кушетку. Я не хочу на кушетку. Ну ты даешь. Это подожди, сейчас Витю целым здоровым выведут. Вот тогда восхищаться будешь. Успокойтесь. С вашим мальчиком все будет хорошо. Он в надежных руках. Доктор, отек спадает. Лазик с внутривенно не надо? Я смотрю, вы опытная. Ну, жизнь штука поучительная. Вы бы, мамаша, с аллергией поосторожнее. Обследовать ребенка надо. Как скажете? Марат Иванович. Как скажете, Марат Иванович? Да, Марат Иванович. Крутая челка. Ага. Подвинься, ты в кадр лезешь. Отстой. Да нет, вроде нормально на это получился. Я-то нормально. Море это отстой. Я в прошлом году в Италии был. На яхте фото. Вот там море. Круто. А я с папой в Турцию ездила. Ну, норм. Да подвинься ты. Считай, доктора семейный у нас уже есть. Так что, Витя, если что, сразу укол в попу. Не надо больше уколов. Так, ладно, давай договоримся. Ты маме ничего не рассказываешь, а я тебе дарю коробку конфет. Нет воды, терпи до дома. Сонь, ты что такая нервная? С мужем проблемы? Ой. Это здесь при чем? Я просто спросила. Нет у меня мужа. Довольна? Ой. Ай. Да осторожно. Девочки, вы когда предпочитаете пойти в дом-музей? Предпочитаю совсем туда не ходить. А завтра вечером мы идем в ресторан. Будем культурно проводить время с местным главврачом. Как, вы уже знакомы с местным главврачом? Надо попросить его, чтобы он научил Артема и Дашу оказывать неотложную помощь. Ой, Марина Михайловна, вы везде свое всунете. Я прям восхищаюсь вами. Кстати, я составила расписание, кто когда готовит и убирает. Сонечка, ты завтра отвечаешь за еду. Марина Михайловна, а обязательно с меня начинать, да? Ну, конечно, ну я же тебя прекрасно знаю. Ты очень ответственная. Ты покажешь всем пример. Детей позови в дом, пожалуйста. Барбара felt that cerebellum. Мозгом почувствовал. Может, интуицией, шестым чувством, подкоркой, в конце концов. Мозгом, подкоркой. Так, подкоркой. Чуять печенкой, селезенкой, сердцем. Спинным мозгом. Расчлененка какая-то. Так, красная лампочка зажглась в душе. Барбары интуиция подсказывала ей, у мужа появилась другая женщина.
Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Что готовишь? Омлет на завтрак. Вон, ознакомьтесь с расписанием. Где? Вон. Омлет. Нет, омлет не буду. Я на завтрак только кофе пью. Как хотите. Антонина! Да? Вы омлет будете? Нет, нет, не буду. Хочу к сегодняшнему вечеру схуднуть. Это что, я такую бадью для детей намешала? Марина Михайловна детей с утра покормила. Сонечку проспала, все. Ну что, на пляж? Нет. Ну жарко! Иди в тенек, попей водичку. Девочки, мороженое. Слушай, я здесь. Да, конечно, идет на концерт. Надо же, рыжие. Действительно, слетелись. Понравился? На машинке неудачно покаталась. Хирург 7 часов шаманил. Девушки! А, девушки, где вы там? Ну, наконец, это я уже заждалась. Здрасте. А ты что не оделась-то? Я оделась. А вы что накрасились? Вы разве здесь меня остаетесь? Девочки, пойдемте уже. Ой, до свидания. Хорошего вечера. Ну и вам. Не забывайте, моему нельзя сладкого. Пока.
Что бы мне ни говорили, я поверила тебе одному. Качаясь по волнам, с тобой вдвоем, я расскажу тебе, как плачет в тишине моя. Что-нибудь выбрали? Нет еще. Борь, посоветуй, что мне выбрать? Дайте нам пару минут, мы подумаем. Вы должны пообещать, что придете ко мне в гости на мой фирменный бешбармак и кыстыбы. Боже мой, этот мужчина еще и готовит. А, и много наложниц в вашем гареме? Обижаете. Скажи, а это реально Наташа Королева? Да, Королева для бедных. Понятно. Стоп! Марганцовку кололи? Да вы что, это свежий черноморский улов. Все, мы это не будем. Прошлогодний мурманский улов, кого она развести-то хотела? Я 3 года в рыбную форель отпускала. Так нельзя. Как нельзя? Здрасте. Борь, хочешь, пойдем потанцуем? Натусик, посиди. А то опять будет тошно, как в прошлый раз. Это вам от того столика. Спасибо. Спасибо. Шампанское. Спасибо. Спасибо. О, а я смотрю, вы тут не скучаете. Когда нам скучать, молодым и красивым? Понятно? Все, я в туалет. Что, выпьем? Ирочка? Да. Целую взял. Думаешь, они заметят? Тебе мама башку не оторвет? Причем моя мама. Да уж, как ты с такой мамой живешь? Отлично живу. А моя мама обещала научить меня плести из бисера. А мне один отец оплатил обучение битбоксу, а второй электрогитару обещал подогнать. Круто. А у тебя что, 2 папы? Ну да, Саша и Дима. О, а у меня папа тоже Саша зовут. А у меня 1 папа и 1 мама. И что? А у меня ни одного. Я слышала, как мама по телефону говорила, что твой папа от вас к другой тете сбежал. Заткнись! Вид, а кого твоя мама ищет? Бабушка тетя Соня говорила, что твоя мама женщина в поиске. А ты что, все подслушиваешь? Посидели, блин. Ты чего малявку бьешь? Нас тут всех сейчас запалят. Вот именно. Идите оба отсюда, мы сами тусить будем. Это не ваши камни. Зато наша туса. Ну и пусть будет ваша туса. Вали! Не плачь, пошли отсюда. Дельфин русалку полюбил глубокой трепетной любовью. Он чуткий сон ее хранил, нес жемчуга и к изголовью. И почему же вы не в Куршавеле? Где? Антонина, вы такая женщина. Вот моя жена Наталья. Познакомьтесь. Здравствуйте, очень приятно.
Наташа, а нас тут в компанию пригласили? А, действительно, что-то я не подумала. Конечно, конечно. Соня, к нам гости. Здрасте. Здрасте, я Борис. Ага. Соня. Очень приятно. Вот. Можете мандаринку подать? Оп. Пожалуйста. А в нашем полку прибыла. Здрасте. Здрасте. Оп, кусты. Спасибо. У нас же столик не хватает. У нас же шестеро. Нет, у нас. А вот тут семеро. Вы заметили. Да, я врач. Вы врач. Врач. Доктор, идите сюда, садитесь. Скажите, доктор, а здесь вообще можно есть мясо? Я имею в виду, оно свежее. Просто, знаете, я как-то вообще не доверяю местным заведениям. С другой стороны, на одних салатах тоже нельзя. Потому что, ну, как бы, ребенку может не хватать микроэлементов. Вы понимаете? А покупать домашнее я тоже не могу, потому что мало ли какие там могут быть паразиты. Ну, прежде всего, я бы вам посоветовала не бывать в таких шумных заведениях. Извините. Ирина, позвольте вас еще раз пригласить потанцевать. Марат Иванович, с удовольствием. Можно еще одну недельку? Боря, мы уходим. Наташа, ну, только все. Борис. Конечно. В следующий раз тогда. До свидания. До свидания. До свидания. Наташа, я еще не рассчитал. Ты что сидишь? Иди, потанцуй. С кем? С врачом хотя бы. С некоторых пор врачи меня не интересуют. Обожглась? Не надо ставить крест на всех врачах. Вон Ирка говорит, что у меня муж хирург. Говорит, вообще классный мужик. Давай, давай, иди. Похоже, похоже! Это да! Талантливый ребенок! Почти один! Опять этот звонит. Что? Да, слушаю. Да, нормально. Все, сижу, работаю, графики успеваю. Я тащала совсем задницу. А какая вам разница? Пьяная я или нет? Вообще, нет, что вы мне звоните? Да сдам я вам ваш кусок в понедельнику. Витя, не кусочничай. Эй, ты! Где Марат Иванович? Там, в ресторане. Да дай человеку отдохнуть спокойно. Это вы тут отдыхаете, мы тут живем, работаем, людей спасаем. Девушка, давайте знакомиться. Чё такая грустная? Обидел кто? Ну всё, кончай грустить, пошли веселиться. I don't want to speak with you. Go and find another girl. Drunk and stupid, just like you. Пардоньте, сеньорита. Вы поняли, что я сказал? Это хит. Чё, бывает такое? Красавчик. Одна мысль не давала ей покоя. Узнать имя счастливой соперницы и отомстить. О, Господи. 10 страниц будет узнавать, 20 мстить. Я ничего не успею. Где мой муж? Дура, напугала. Откуда я знаю, где твой муж? Не врите, я знаю, что он здесь. Ну-ка, стоять. В доме дети спят. Не орите на меня. Я ребенка вынашиваю. У меня гемоглобин 80. Милая моя, ну идите домой со своим гемоглобином. Ну что вы тут скачете? А муж? Ну, нагуляется и вернется. Или не вернется. Да откуда я знаю, как вы мне надоели? Разбирайтесь сами. Вы все бесчувственные люди. А я беременная, меня беречь надо. Боря! Ни черта не успею. Ну и чего мы сюда пришли? Тонечка, здесь так пахнет, а?
Шум моря, а звезды? Посмотрите, какие звезды. Действительно, очень красиво. Словно всю вселенную разглядеть можно. Вы как в любовных романах. Надо немного романтики. Так. У вас ее вполне хватает, да? Тонечка, вы меня неправильно поняли. Просто иногда хочется поговорить с кем-нибудь. О чем-нибудь, кроме гормонов, там, правильного питания. Вы же понимаете, культурному человеку нужна пища не только для тела, но и для ума. Конечно, я понимаю. Я тоже иногда прочту новый роман. А на работе даже обсудить не с кем. Да? Как вы меня понимаете? Да клонись ты! Дура! Я же плавать не умею! А ты по-собачьи, по-собачьи! Кобель! Свежий черноморский улов! Чего не спишь-то? Работаю. А ты что, одна? Ты чё? Чё, я совсем, что ли? Перезрел. О, а ты чего так рано? Сбежала-то. Мы там цыганочку еще раз пять, наверное, на бис плясали. Ир, скажи, а ты давно замужем? Ой, вот только не надо меня моим семейным положением пилить. Я ничего такого не сделала. А с мужем ты где познакомилась? В реанимации. Он меня с того света вытащил. И такую красоту из запчастей собрал. Ой, все, кому-то пора уже в постельку. Ир, а я смотрю, ты к врачам неравнодушна. А ты мне решила допрос среди ночи устроить? Сама не отдыхаешь и другим не даешь. Доброе утро. Доброе утро. Никогда я не закончу этот перевод. Нет никакого паука.
Что случилось? Испугалась паука, извините. Мы идем в музей. Витя? Иди, иди, не ленись. Честное слово, как в общежитии живем, а? Тём, выходи, ждут. Мы идем в музей. Тёма? Зачем в музей в такую рань? Чем вообще в музей идти? Всегда одно и то же. Сейчас иду. Мы ждем тебя на улице. Витя, Тёма, дети, я надеюсь, вы все вчера прочитали рассказ Чехова «Ванька». Пошли, пошли. Мам! 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 Ну ты где? Что? Ма, а где моя майка со стразами? Какая? Которую мне папа из Италии привез. Зачем? Нас Марина Михайловна в музей ведет. Ну не на дискотеку же вас Марина Михайловна ведет. Так, ты можешь поаккуратней? Тогда помоги мне ее найти. Ма, представляешь, Артема папа тоже Саша зовут. Ты откуда знаешь? Сам сказал. Вообще с ним по взглядам на жизнь очень похожи. Для этого выпендрежника наряжаешься, да? Чем он выпендрежник? Он стильный и умный. А, вот она. В этом не пойдешь. В этом пойдешь. Нечего меня позорить в музее. Я папе позвоню и расскажу, что ты назло ему мне эту майку носить не разрешаешь. Знаешь, я, по крайней мере, тебя воспитываю. Он тоже. Что тоже? Что тоже? Кто тебя на море привез? А? Кто твои собрания все высиживает? И что теперь? Может быть, хоть немного благодарной. Соня, мне Марина Михайловна сказала, что ты переводишь любовные романы. Да, и что? Ух ты. И ты знаешь Глорию Блейк? А ты что, ее читаешь? О, я ее обожаю. Я просто не могу дождаться продолжения «Полуденной страсти». Я как раз сейчас ее перевожу. И ты знаешь ее лично? О, нет, нет, мне просто присылают книги, а я делаю перевод. Кстати, тут твой редактор пару раз занял мой мобильный. Видимо, тоже ждет, не дождется «Полуденной страсти». А это не ваше дело. Ма, пока-пока, я побежала. Даша! Ты почему сумку мою взяла? А про что будет продолжение? Про то, как одна стерва увела у подруги мужа. Какая банальщина. По-моему, я даже знаю, кто. Так, где нож? В ранний период творчества Чехов писал под псевдонимом Антоша Чеханте. Зачем? Чтобы оставаться инкогнито. Подождите, он что, реально думал, что никто не догадается? Чехов, Чеханте. Капец, как по-разному звучит. Или они там в 19 веке совсем тупые были? Даша. Чё ты цепляешься? А у вас диплом экскурсовода имеется? У меня две награды «Учитель года Москвы» имеются. Отойдите, пожалуйста, вы расхолаживаете мне детей. Ба, мне скучно. Не будете перебивать, будет весело. А вы знаете, что у Чехова было совсем не такое детство, как у обычных детей? Он не тупил все время в айфон? С самых ранних лет он работал в лавке своего отца вместе со своими братьями. Кроме того, он совмещал работу с учебой в гимназии и пением в церковном хоре. А еще он изучал портняжное ремесло, поэтому тупить ему было некогда. Кстати, мне эту сумку папа из Италии привез. Клевая, да? Марина Михайловна, я есть хочу. Слушай, уйди из кадра, а лучше иди покорми Витю. Дурак! Дашка, ты что? Как вам не стыдно? Ой. В этом кресле Антон Павлович вынашивал пьесу «Три сестры». Припадочная. Я припадочная? Знаете что? Это вы у себя в Москве дома и музеи сносите, а у нас здесь не смеете. Мы вам Чехова не отдадим. Чехов общий. Мы уже уходим. Уходим. Я-то не придурка, больше никуда не пойду. Ну и вали. Тебе надо лучше в кафе. Иди отсюда. Молчать! Носится. Ага. Ну что? Куда? Вон туда.
Да? Ну, хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Подвинь сюда. Погода сегодня хорошая. Гуляете? Вынашиваем. А мясо, между прочим, вчера было не свежее. И рыба была не свежая. Шляпа у вас красивая. На местном рынке такие продают. И закрытые купальники, между прочим, тоже. А мне нечего прятать. Я же не беременна. Так, ладно. Кто со мной за скалы? Мачо, слабо? Я красивым женщинам победу отдаю без боя. А мы с мужем плаваем только в бассейне. Потому что здесь неизвестно, какие могут быть инфекции. И вообще штормит. А мы с мужем любим, когда штормит. А в бассейне писают. А я тоже люблю, когда штормит. Милая, садись. Не хочу. Соня пропала! Как пропала? Куда пропала? Нырнула и не вынырнула. Она же не могла утонуть. Спасатели вызовите! А где спасатели? Ребят, помогите, пожалуйста. У нас девушка нырнула и не знаю. Пожалуйста, я просто не умею плавать. Соня! Кто-нибудь знает телефон спасателей? Борь, какой ужас, меня сейчас воды отойдут. Наташ, подожди, потерпи. Вот там номер МЧС. Мужчина, ныряйте туда, туда! Тоня! Ну, Тоня! Мы вон там. Алло, у нас девушка пропала. Ну, нырнула на пляже и пропала. Нет, ну не знаю. Где большие камни? Ой, Соня! Наташ, подожди. Левей! Левей, смотри! Правей, ныряй! Я там смотрел. Ребят, вот там плавали. Да. Соня! Нырнула и все. Нет, правее она была. Здесь ныряйте. Да, конечно, женщина. Ребят, да, здесь. Правее! Сюда, с стороны. Около той скалы плавали. А что случилось? А я спасателей вызвал, сейчас приедут. А там такая красота, там грот, рыбки плавают. Рыбки плавают? Ну ты и стерва. А ты думаешь, что я одна такая? Боря! Нет, все-таки встреча с великим классиком одухотворяет. Дети сегодня после музея без всякого напоминания почистили зубы, умылись и легли спать.
Марина Михайловна, а передайте, пожалуйста, сахарницу. Пожалуйста, детенька. Спасибо вам большое. Ирочка, а у вас что самое любимое у Чехова? Рассказ-драма. Это, помните, в котором редактор, надоедливая писательница, башку пресс-папье проламывает? Ладно, спать пойду. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Сонечка, а вот вы, когда пишете, вы чувствуете, что становитесь лучше, добрее? Когда я пишу, то я хочу Глорию Блейкер, редактора и всех идиотов, которые читают эту лабуду, застрелить. Знаешь что? Если ты такая умная, почему сама свои книги не пишешь? Переводить чужое, ты знаешь, каждый дурак может. Спокойной ночи, Марина Михайловна. Спокойной ночи. Что-то у меня глаза слипаются. Пойду. Доброй ночи, Сонечка. Доброй ночи. Что, Дашуль? Как день прошел? Норм. А что интересного в музее видела? Мама, тебе работать не надо. Может, пойдешь на улицу? Нет, хочу с тобой пообщаться. Мам, давай потом. Ты видишь, я не в духе. Хватит меня прессовать! Барбара не могла уснуть в одинокой кровати. Кровать у нее одинокая. Like a broken winged bird. Птица со сломанным крылом. Боже! Боже! Что за маразм? Ну-ка, брысь отсюда! Купаться сегодня не будем, вода холодная. Ух ты, бабушка, можно я покатаюсь? Потом, солнышко. Сначала в кафе. Не снимай меня. Нужна ты мне. Я лодки фоткаю. Артём, Даш, не подходите близко к воде. Не мешайте, Марина Михайловна. Артём топиться собрался. Артём! Ты вообще странная какая-то. Так, мы идем в кафе. Построились парами, иначе мне вас не собрать. Я хочу сначала на лодке. Я тебя хорошо поняла. Здравствуйте. Мы бы хотели... Мы не обслуживаем. Почему? Электричества нет. Ну вот. Ну тогда, пожалуйста, вот этот сок и пирожные. Я сказала, мы не обслуживаем. Для сока и пирожных электричества не нужно.
Девушка, вы не понимаете? Электричества нет, холодильник не работает. Если я открою дверцу, выйдет весь холод, и продукты пропадут. Оно и так пропадет. А так мы у вас хоть что-нибудь купим. Ну, посмотрите, сколько у меня детей. Четверо плюс я. Это половина вашей витрины, девушка. Трое плюс вы. Четверо. Трое и вы. Аня! Аня, слезь! Слезь оттуда, Аня! Марина Михайловна! Артем, давай! Аня! Давай! Ты чего, реально плавать не умеешь? Ты чего сюда полезла? За лодку хватайся. А ты давай тащи. Давай руку! Давай, давай, может, похудеешь. Аня, класс. Анечка, иди. Иди, я тебе руку дам. Анечка, слушай. Так, вот и бабушка прибежала. Вот, Аня спасена. Аня. Молодец. Господи, ты что, что плачешь? Иди, больно, что ли? Иди, иди, дай ручку мне, я помогу. Иди, мое солнышко. Господи, ну все. Классно. Возьми ее, Даша. Вить, что? Давай, я помогу. Иди, что? Я, кажется, себе плечо поломал. Господи, надо ехать в больницу. Витя, что? Что? Ай! Надо, наверное, Антонину позвать. Ай! Нет, ничего мы ей пока не будем говорить. Договорились? Так, здесь идем. Коробка конфет. Хорошо, ай! Хорошо. Вот так-то жирный Супермен чуть сам не утонул. Придурок! Молодец. Марина Михайловна, вы видели? Молодец, Даша. Ну и валите. Моя мама вам башку оторвет. Понабилась тут полный дом дураков. Дай мне ручку, солнышко, я помогу тебе. Господи, ну все. Что? Тоня! Что, Тоня? Я тут при чем? Слушайте, меня достали, одна припадочная Тони, другая истеричка орет. Я сюда на море приехала нервы успокаивать, а не с вами тут возиться. Молодец, привела бабу. Зато у тебя нервы крепкие. Вот это к чему? Черт! Ты осторожней. А то Саня второй раз твою ногу не склеит. Слушай, отвали. От меня, от моего мужа, от моей ноги. От твоего мужа, да? Да вообще от всех. Люди сюда отдыхать приехали. А ты все мозги выносишь. Вот интересно, а как это нас судьба с тобой вдвоем в одном доме свела? Просто сидим целый день в больнице. Я думаю, может быть, в кино или на какую-то выставку. Сунулась билеты покупать, а эти рыжие все раскупили. Витя? Здрасте. Доктор, миленький, примите без очереди. Без очереди главврач не принимает. Так, Лина, не нуди. Пойдем, Витя, пойдем, пойдем. Пошли, 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 пошли. Спасибо. Давай, иди уже. Что ж ты, Витя, без разбора все трескаешь? По уколам соскучился? Нет. Доктор, мальчик вывихнул плечо. Он меня спасал. Так, ну-ка, быстро ко мне в кабинет. Ай! Ай! Ну вот, починили вашего героя. Витя, все уже хорошо, не кричи. Я доктор руку сломал! Витя, не груби. Все в порядке. Спасибо, добрый доктор. Четко сработано. Спасибо. А может быть, теперь к нам чаю попьем с тортом? Ну, в принципе, можно. У вас еще прием больных. Ой. Молодец, Ния. Люди ко мне с вывихом пришли. Пойдут с инфарктом. Теперь просто обязан проводить вас до дома. Сейчас, подожди, герой. Больно. Вот тебе. Спасибо, скажи, Витя. Спасибо. Вот. До свидания, спасибо. Ой, с нами идете, господи. Тонь! Ну, правда, ну не дуйся. Но она же у нас переводчица, натура творческая, нервная. Все равно обидно. Я не спорю, бесит. Ну, вот такие они, творцы полуденной страсти.
Выпей кофе, успокойся. Это мне? А тебе так мало. А ты собралась элитный кофе литрами пить? Это что, прям элитный кофе? Угу. Соня забыла? Ладно, я пойду и отнесу. Давай. Соня! Носи сама свой телефон, тебе опять твой редактор звонит. Звонит. Все, нет меня. Уехала. Умерла. Ты издеваешься? А кто будет продолжение «Полуденной страсти» переводить? Уйди, а. Ну, никакого уважения постоянным читателям. Under the southern sun, passion is dengue. Под южным солнцем страсть, как тропическая лихорадка, сжигала их тела и душ. А чьи тела ты сжигала? Николя с Вероникой или Мари с Франциско? Господи, ты что, их всех по именам, что ли, помнишь? Ну, конечно. Сейчас не буду мешать. Все. Скорее переводи. Сгораю от нетерпения. А, доктор, вы здесь? Здрасте. Здравствуйте, Тонечка. Тонечка, стаканы надо мыть ёршиком или губочкой со средством для мытья посуды. А пошлите лучше в беседку. Там доктор один мается. Детонька, надо говорить «пойдемте», а не «пошлите». Такого слова нет в русском языке. Как нет слова «ехай» и «кушай». Ну, если нет, так вы и не кушайте. А я оплатила отдых, а не курсы, как надо жить. Где моя мама? Ну, там, думаю. Где моя мама? Я не знаю. Мам! Господи, мам, боже. Ты где? Тонечка, я совсем не хотела вас обидеть. Просто мне кажется, что человек должен использовать каждую минуту, чтобы развиваться. Успокойтесь уже. Нет у меня высшего образования, нету. Я вон ребенка одна поднимала. Если вам не нравится жить на одной жилой площади с продавщицей, так ехайте в гостиницу к рыжим. Так, откуда у тебя конфеты? Иди сюда! Стой, иди сюда! Ну, кто ему это дает? Полный комплект. Боекомплект. Тонечка, добрый день. Здрасте. Здрасте. Марат Иванович, здрасте. Спасибо. Здрасте. Тонь, доктор. Куда такая нарядная собралась? В смысле, как хочу, так хожу. Какие-то проблемы? Да нет. Чудинка в женщине. Все-таки хорошо. Марат Иванович, помочь? Мам! Что? Мам, мне Даша смотри, телефон разбила. А вам косметичку. Потому так, что... В чем дело? Потому что, что видео снимали с того, чтобы человека из воды спасать. Ничего же не случилось. Это все по приколу. Так, так, так. Все, разбирайтесь сами. В каком смысле по приколу? Артем, ты понимаешь, что это серьезные вещи? Если я тонуть буду, тоже будешь меня на телефон снимать? Я что совсем? Это же ты. Уйди отсюда. Доктор. Доктор, вот скажите, вот они сейчас так кричали, это как-то, ну, может отразиться на моем ребенке? Ну, я не знаю, я врач общей практики. Не-не-не, доктор, вы главврач, вы скажите, если надо, я сразу Наталью веду домой, сразу. А меня сегодня Витя спас, а потом плечо сломал, а потом ему добрый доктор снова плечо сломал, и все стало хорошо. Ну, не сломал, а вывихнул. Вы не переживайте, вот в прошлый раз, когда у Вити был отек квинки... Что? Какой еще отек, какой еще квинки? Открываем шкафы, достаем скелеты. Да вы тут все с чудинкой. Танечка, да вы не переживайте. Это мне переживать нельзя, доктор. Понимаете, мне сейчас пульс участился. Ну, пощупайте, Наташа, потрогайте. Давай я пощупаю. Доктор, я посчитаю. Тонь, правда, не переживай. У него была там небольшая аллергическая реакция на лекарство. Я ему просто ножку дала. И все, прошло. А ты зачем дала моему ребенку лекарство? Ну, ты думаешь, я сама не смогу вылечить своего ребенка? Ты думаешь, я такая тупая? Нет, просто... Тонечка, ну что, ну зачем ссориться? Все же хорошо закончилось. Просто достали. Вы посмотрите на себя, вы посмотрите, вы заслуженный учитель. Вам просто детей доверять нельзя. Господи, боже ты мой. Тоня, ну ты... Да вообще вы курицы молчите. Одна с работой справиться не может, другая с собственным ребенком. Антонина. Кобель! У тебя жена беременная, а ты под каждую юбку лезешь. А ты что, дура, что ли? Тоня. Все бабы рожают, это нормально. Нечего себя особенную строить. Тонечка, да вы... Не надо меня трогать! Вы
Вы меня бесите! Тонечка! Отстаньте от меня! Вот припадочно. Доктор, это же диагноз, да?11. Барабанные палочки. У меня. Я, между прочим, в азартные игры всегда выигрываю. 33. 33 коровы. У меня. О, кстати, а вы не знаете, когда начинает вырабатываться молоко? Наташ. Ну, а где такое? Доктор? Наверное, улетел кого-то спасать. А что такое? У тебя что-то случилось? Нет, я просто хотел спросить. А когда трубку в живот вставляют, и дырку там делают, кишки оттуда не вываливаются? Витя. 17, друзья мои, 17. У меня. Борис, как ты думаешь, почему 17? К дождю, наверное. Слушайте, как хорошо, что мы сидим вот таким коллективом. Коллективная жизнь продлевает молодость. Да. И всю ее я потрачу на перевод полуденной страсти. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. А вы кто? А вам зачем? Чего? Будьте любезны, представьтесь, пожалуйста. Геннадий. И что вам угодно, Геннадий? Да мне угодно знать, что вы все здесь делаете в моем доме. Наташ, пойдем. Друзья, что? Простите, нам пора спать, да, уже. Да. Спасибо большое, да, за чай. Да, до свидания. Спасибо, до свидания. Спокойной ночи. Спокойной ночи. То есть вы хотите сказать, что Константин и вам сдал этот дом? Я не знаю никаких Константинов. Я живу 20 лет уже в этом доме. Купил его и живу. А вот что вы в нем делаете? И где мои вещи? Где спиннинги? Где ведро с гудроном? Подождите. Подождите, вы что? Вы хотите сказать, что дом вы не сдавали? Да никому я ничего не сдавал. А маяк? Маяк! Что вы бабой сделали с маяком-то моим? Как теперь парни найдут мой домик? Какие парни? Матросы мои. Матросы? 20 человек. Вот такие вот ребята. Все как на подбор. 3 месяца на берег не сходили. А я им, айда ко мне, вместе сход на берег отметим. Я ща быстро в магазин, а дорогу по маяку найдете. Как теперь мои матроски найдут дорогу? Молчи. Только не по мне. Ну вот, переночуем здесь. Меня Антон Павлович никогда не подводил. Бывает, заболеет кто-нибудь из учителей. Дашь классу сочинение? Человеку в футляре. Уф.
Ань, садись. Мам, у меня есть к тебе предложение. Завтра. Все предложения завтра. Здесь. Артём, а вы вообще... Куртку надень. Уверены, что здесь безопасно? Ну, все же безопаснее, чем с матроснёй. Мам, я знаю один вариант. Помолчи, пожалуйста. Лучше вот на, яблочко съешь. Спать будем по очереди, чтобы караулить друг друга. У нас вон Чехов посторожит. Как-то все-таки здесь жутко. А что делать? Я знаю, что нам делать! Витя, ну теперь-то что? Все уложила. Замечательно. Доктор, а это что у вас? Магниты? А можно будет? Магнитотерапия женщина назначается по показаниям. Вам, Тонечка, все можно. Нина? Спасибо. Ну, ложитесь на магниты. Кушетка удобная. О, что это? Это массажная кровать. Приятно. Марат Иванович, представляете? Ехала в домик у моря, заселилась в общежитие, а ночую вообще в больнице. Нормально? А вы, Соня, почему не укладываетесь? А я... Мне работать надо. Нина. Сонь, да ты куда, а? Сонь, ты куда ночью собралась? Да стой, ты сумасшедшая! Опять топиться, что ли? Чего ты бегаешь за мной? Да хрен тебя знает, что в твою больную голову-то взбредет. Просто с некоторых пор не выношу больницы. Я с некоторых пор их тоже не очень люблю. Зато очень любишь лечащих врачей. Сашенька, так прекрасно сложили мне ногу, не могу вам не отдаться. Слушай, ты достала меня? Чего ты к моему мужу привязалась? Это ты к моему мужу привязалась. Что? Я Соня. Я в курсе, что ты Соня. Я та самая Соня. И? Или он тебе не рассказывал? Кто? О чем? Я бывшая жена твоего Саши. Бывшую жену моего Саши зовут Тамара. Стоять. Ты мне не ври. Да ну... У меня все сложилось. Авария, нога, собрал по частям. Это ты моего мужа увела. Лежала там в больнице после операции и глазки ему строила. Ну ты дура, своих же романов начиталась. Я вообще не знаю, как я ту зиму пережила. Какую зиму? Я летом лежала. Как летом? Вот так, летом. Ты уверена? Не уверена, когда я в больничке с раздробленной ногой валялась. Только не ври мне, пожалуйста. Да, блин, надо тебе врать. Истеричка, а? Ну, ушел мужик и ушел, найди себе другого. Как у тебя все просто, а? Да. А что, если твой Саня другую себя по частям соберет? В смысле? Так, вот сейчас подожди. Вообще-то мы сейчас тут тебя лечим, а не меня. Вообще крыша поехала, а? С вами тут не только крыша поедет. Сонь, подожди. Ну, Мир, а ты у Тамары спроси. Даш, ты еще не спишь? Ничего, отстань.
давай не истери, мы найдем, где жить. Да при чем тут где жить? Мам, почему все мужики такие козлы? Что-то рано ты этим вопросом задалась. Видишь, что человеку помощь нужна, он стоит и свои дурацкие видео снимает. Потом он настучал на меня. Ну, бывает. Я думала, я ему нравлюсь. Он не стоит твоих слез. Он тебя недостоин и никогда достоин не был. Пройдет время, и ты забудешь о нем, как дикие поля забывают след одинокого путника. Мам, ты что, сейчас свои книжки-переводилки цитируешь? Что-то я, правда, растерялась. Ладно, ничего. Общий настрой я уловила. Мам, и ты не истери, ладно? Так, ты давай тоже. Мам, мне кажется, мы половину вещей в доме забыли. Нет, мне кажется, мы все взяли. Я папину майку найти. Тоня, а ты что делаешь? Не отвлекай. Джон впился страстным поцелуем в распахнутые навстречу ему губы Мэри. Я, блин, всю жизнь искал такую. Но Мэри оттолкнула его. Джон, это была только полуденная страсть. Через год у Мэри родился сын, но Джон об этом не узнал. И не узнает никогда. Подожди, ты что, ты английский знаешь? Нет. А как это... Ты же сама говорила, что они не сильно проверяют. Когда... Так, ну ты... Бросил на нее заклинительный, сжигающий, недоспепеляющий. Бросил на нее свой огненный, пронзающий, манящий. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как спалось? Нормально. А у нас в свете через 10 минут прием. О. А вы здесь надолго? У вас что, обратных билетов нет? Thank you.
Что-то чисто у вас после 20-то матросиков. Ну так это, люди-то военные. Утром встали, за собой все убрали. Все чин-чином. Значит, нам можно возвращаться. Куда? Сюда. Кому? Нам. Мы же за этот домик заплатили и приехали отдыхать. И будем отдыхать. Возражения? Ну, только гудрон мой не таскайте. А вы тельняшки свои везде не разбрасывайте. У нас дети. Лады. Только это, дыньку купите на обратном пути. Хорошо. Я голая. Принимай. Можно я первая, а? Ладно. Да, да. Давай, давай. Ну как? Сейчас. Артём, иди сюда. Ну не будь букой. Вам сюда. Вот свободное место. Ну, это кто? Чехов, что ли?